Родители и дети уже готовятся к школе, запасаются самым необходимым – тетрадями, канцелярскими принадлежностями, альбомами, красками. Все это сейчас без толп и очередей можно найти в гипермаркете и новеньком рыбницком оптово-розничном магазине. На школьный шопинг отправилась Катерина Воронченко. Тетради у любого ученика в списке на первом месте. Берешь упаковку на всю четверть, получаешь скидку. Также оптом выгодно брать и множество других канцелярских товаров. Это то, что школьникам всегда необходимо и, самое главное, требуется в оптовых количествах. Ручки, фломастеры, карандаши, блокноты, папки, обложки. Даже на пеналах и ланчбоксах можно сэкономить, если покупать, скооперировавшись с друзьями. Новенький рыбницкий оптовый магазин в 8 раз больше стандартного супермаркета. И здесь есть все для школьного шопинга. Такой же ассортимент и в столичном гипермаркете. А вот ручки, за которыми сейчас охотятся все школьники, называются они просто 10 километров. Способны провести линию длиной 10 километров, как уверяет производитель. К тому же на теле стержня есть шкала, которая показывает, сколько осталось пасты. Но еще это не все. Найден карандаш, называемый «Миллион миль». Для пеналов тут пришлось отвезти целый стеллаж. Верите, но к концу августа тут останется парочка пеналов. Есть классические пеналы-футляры с разными рисунками, есть миленькие и серьезные. Немногие видели, но вот вам настоящая находка для родителей – полностью укомплектованный пенал. А вот в корзине то, что берут про запас мамы школьников. Комплект можно дополнить забавными ластиками, линейками, точилками для карандашей. Главное не потерять самообладание. Глаза тут просто разбегаются от обилия расцветок. Когда отправляетесь на закупки школьных принадлежностей, обязательно составляйте список, иначе вы просто запутаетесь во всем этом разнообразии. Берите с собой школьника. Приобретая для себя интересные канцелярские товары, учиться гораздо проще. В гипермаркете можно собрать и школьника, и детсадовца. Для самых маленьких есть безопасная детская акварель, пластилин и невероятное количество наборов для творчества. От цветной бумаги до профессиональных пастельных красок для ученика-художки. Катерина Воронченко и Дмитрий Рядькович, ТСВ.